Уважаемые присутствующие, дорогие ребята, я рада вас сегодня всех приветствовать на 13-й церемонии вручения наград школы ПРЭС. Вы, наверное, знаете, что сейчас всем губернаторам Российской Федерации рекомендовано присутствовать в социальных сетях. И большинство респондентов отмечают, что многие блоги, которые ведут чиновники, они напоминают отчеты с официальных мероприятий. Так вот, глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев уже давно присутствует в Инстаграм. Причем этот Инстаграм действительно неофициальный, он лично ведет его, поэтому я всем рекомендую посетить этот Инстаграм. А вам желаю успехов в вашем нелегком пути. И также, пользуясь случаем, позвольте поблагодарить главного редактора газеты «Грани» Наталью Витальевну Колыванову за организацию такого прекрасного конкурса. Спасибо, Наталья Витальевна.